Работа предприятий и выпуск продукции в условиях импортозамещения требуют оперативного обеспечения комплектующих отечественного производства, причем высокого качества. Вопросом выполнения этих задач была посвящена конференция участников Ассоциации объединения производителей железнодорожной техники и Союза машиностроителей России. Она прошла на площадке Тверского вагоностроительного завода и была приурочена Всемирному дню качества. Обсудить повышение качества продукции и услуг в железнодорожном машиностроении, роль системы управления в обеспечении качества продукции, внедрение информационных технологий приехали руководители, ведущие специалисты предприятий, эксперты в области стандартизации и оценки соответствия. Участников встречи приветствовал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов, который подчеркнул, что качество – характеристика, определяющая успех любой компании. Именно поэтому конференцию решили провести на площадке Тверского вагоностроительного завода, который работает в составе компании «Трансмаш Холдинг». Сегодня завод производит высокотехнологичную продукцию «Умные вагоны». Завод имеет четкие контракты, и, соответственно, эти контракты выполняет со структурным подразделением ЖД. И, соответственно, мы хотели во второй половине дня показать нашу производственную площадку. Вопрос качества на заводе является приоритетом. Компания «Российские железные дороги» как заказчик продукции, конечно же, заинтересован в его повышении, причем не просто в повышении точных каких-то элементов качества, а в том числе на уровне ресурса и эксплуатации всей линейки продукции, которую вы для нас производите. Предприятия «Трансмаш Холдинг» имеют высокий потенциал для улучшения качества продукции, так как применяют собственную операционную систему ведения бизнеса, позволяющую достигать стратегических целей за счет применения инструментов и принципов постоянного совершенствования. У нас такой цель, чтобы добились бы до нулевой уровня дефекта производства. Это стоит цель у нас, чтобы добиться до 2025 года. И мы пользуем ТОС, Transmash Holding операционную систему. Эта система, этот процесс нам дает работать с поставщиками, с нашими предприятиями, чтобы добились бы такой цели – ноль дефектов. На производственных площадках ТМХ внедряется новое оборудование и современные технологии. Проводится масштабная модернизация. Работа над повышением качества продукции идет на всех уровнях. От рабочих до генеральных директоров предприятий. На ТВЗ по случаю Всемирного дня качества отметили лучших сотрудников. Вся жизнь наша заключается в том, чтобы безопасно люди проводили время в пути. Вот, и чтобы выходы из строя вот это у нас, значит, оборудование в вагонах исключить. В ходе конференции ее участники подчеркнули, что Ассоциация объединения производителей железнодорожной техники проводит важную работу по обеспечению независимой оценки выпускаемой продукции железнодорожного транспорта, в частности, по национальной системе добровольной сертификации. Мы могли бы в рамках нашей ассоциации проработать соответствующий нормативный документ в виде национального стандарта. Стандарт конкретизирует требования к построению системы менеджмента качества организации железнодорожного машиностроения и в конечном итоге имеет главную цель – удовлетворение потребностей и безопасность потребителей.